И все. Вот год прошел. Один раз мы сюда приезжали в августе месяце с мужем, посмотрели, прошли, поглядели, пообщались с сотрудниками стройгранпана. И приехали уже принимать дом. В Минском районе отдыхали, с детьми всегда на Азовское море ездили, когда дети были маленькие. Поэтому мы, у нас тут вот Таманский полуостров, мы весь объездили на машине. Видели это поле, когда оно абсолютно было чистым, когда первый раз только вот ролики поглядели, что встречно вот здесь участки собираются строить, и показывали просто чистое поле. Мы доверили строительство своего дома «Стройгарант Анапи». И вы доверяете, и вам построят, и вы заселитесь, и будете жить в новом прекрасном доме. У нас большой праздник сегодня. Мы находимся в поселке Встречный, Тигрусский район. И этот поселок встречает новых своих жителей. Мы сдаем дом, 110-й дом. Один из самых популярных наших проектов. Проект 110. Сдаем прекрасной женщине. Мужу большой привет передаю, потому что он не смог приехать вместе со мной. Ага. Детям своим передаю привет. Ну, все хорошо. Принимаем дом. Да, ощущение какое получается? Ну, приподнятое. Приподнятое, да. Вот действительно счастливый день наш. Праздник перед Новым годом сами себе сделали. Да. Много-много лет хотели. Мы хотели приехать на юг, это было... Паша большое, да. Огромное желание. Мечта всей жизни. Будем жить с мужем вдвоем, мама вдвоем. Моя, да, а дети будут приезжать только к нам на отдых. Я думаю, смотрите, вот эта спальня, самая светлая, да, комната в этой, в этом доме, мамина, да? Мамина будет комната. Мамина будет комната, да, для мамы. А получается, все остальные спальни здесь у нас в этом проекте, три. Там две у нас еще, две спальни. Вот да, одна, да. Наша, да, есть. Одна гостевая, да, и она будет принимать гостей. Мы здесь, в Люксовом районе, отдыхали, с детьми всегда на Азовское море ездили, когда дети были маленькие. Поэтому мы, у нас тут вот Таманский полуостров, мы весь объездили на машине. Так вы знаете, значит, да, территорию. Да, нам здесь понравилось, и, в общем-то, как-то нас вот прямо сюда всегда тянуло. А вам купаться где лучше? Азовское море или Черное? Ну, люблю на Черном купаться сама больше. А дети были маленькие. Мы ездили на Азовское, сюда на Азовское ездили. В Черном ездили. В столице Голубицкое отдыхали все время. У вас уже есть любимые пляжи. Да. А сама вообще люблю Сочи отдыхать. Ну, в Сочи, конечно, часто туристы. Человек, влюбленный в Сочи. Часто электричку пустят, и мы будем, да, с вами ездить в Сочи. Она, кстати, будет проходить совершенно недавно, недалеко в Омут, там лесополоса, и за ней как раз таки у нас станция. А в Кубани у нас давно любовь прям такая многолетняя. Многолетняя, да? Да, да. А мы ее сейчас укореним, смотрите, с весной, с весны начнем с вами вместе огороды сажать, да, благоустраивать здесь. И, соответственно, зазывать всех знакомых. Всех сюда. Да, да, да. У нас есть предложение от компании, да, и в этом году, как и в следующем, наверное, все, кто, получается, приедет, у нас получат приз. Зовите своих друзей в гости. Мы обязательно, получается, расскажем, звоните менеджерам, да, уточняйте эти вопросы. Почему? Потому что это как раз большая, небольшая скидка, но бонус есть для того, чтобы вы выбрали себе своих соседей, да, позвали себе друзей, знакомых, которые, с которыми жалко было расставаться, пускай приезжают и селятся в нашем замечательном поселке Встречный. Оно того стоит, потому что один из самых прекрасных и благополучных проектов, да, потому что всегда, когда чистое поле, согласитесь, когда чистое поле, на этапе котлована очень тяжело принять решение. Мы ведь сначала видели это поле, когда оно абсолютно было чистым, когда первый раз только вот ролики поглядели, что встречно вот здесь участки собираются строить, и показывали просто чистое поле с высоты там полета. Конечно, зрелище было другое, а теперь, когда уже стоят дома, здания, здесь совсем уже по-другому все. Ну это круто, конечно. Круто, почему? Потому что, согласитесь, дело человеческих стоит. Вам же не один здесь день, да, здесь жить. Надеемся. Вы просто много-много лет были. Мы в течение года, буквально вот вся стройка у нас закончилась. В декабре прошлого года мы заключили договор.
25 декабря. Под Новый год. Под Новый год, да. И все. Вот год прошел. Один раз мы сюда приезжали в августе месяце с мужем, посмотрели, прошли, поглядели, пообщались с сотрудниками стройгранта. И приехали уже принимать дом. Ну, все устраивает, есть маленькие какие-то замечания. Ну, Алексей говорит, не переживайте, в следующий раз, как приедете, все будет уже устроено. Мы хотим, чтобы этот год был успешный, чтобы вы обустроились и, соответственно, прожили его уже в этом доме, в этом прекрасном, светлом, классном доме, который построила компания «Стройгарант Анапа». Побольше вам денег и счастья. Спасибо. И вот вам наш лавки-сувенир. Спасибо от компании «Стройгарант Анапа». Вы доверили строительство своего дома «Стройгарант Анапа». И вы доверяете, и вам построят, и вы заселитесь, и будете жить в новом прекрасном доме. Всем желаю счастья в таких домах, как наш.